Ежегодно десятки студентов из разных уголков мира посещают Азербайджан в рамках летних и зимних школ мультикультурализма. Группа студентов 8-й по счету школы мультикультурализма в эти дни завершает свой визит в страну огней. В связи с этим в Центре мультикультурализма состоялась заключительная встреча учащихся с председателем попечительского совета Центра мультикультурализма академиком Кемалом Абдуллой. Студенты за время своего пребывания в Азербайджане успели также встретиться с религиозными лидерами и представителями различных конфессий, проживающих в стране. Здесь они стали свидетелями мирного сосуществования представителей разных культур и религий. Это мой первый визит в Азербайджан. Я приехал сюда для обучения 8-й школе мультикультурализма. Здесь я увидел многообразие культур, сплоченность представителей различных этнических групп и религий. В вашей стране сложилась толерантная атмосфера. Это великолепный образец для всего мира. В первую очередь я хотел поблагодарить Центр мультикультурализма и правительство Республики Азербайджан за организацию такого рода мероприятий, потому что благодаря ним происходит популяризация азербайджанской культуры, мультикультурализма в Азербайджане, взаимосогласие народов и религий в Азербайджане. Таким образом, зарубежные страны могут перенять наш опыт, опыт Азербайджана. Председатель попечительского совета Бакинского международного центра мультикультурализма академик Кемал Абдулла отметил, что инициатором проводимых в Азербайджане летних и зимних школ мультикультурализма является глава азербайджанского государства Ильхам Алиев. Главная задача данных школ – обеспечить культурные мосты между азербайджанскими и зарубежными студентами. Он выразил надежду, что эти дружеские отношения студентов из разных стран и азербайджанской молодежи продолжатся и после завершения ими обучения в школах мультикультурализма. Конечно же, основная цель – это ознакомление этих молодых граждан своих республик истинами, которыми живет Азербайджан. Правда об Азербайджане, чтобы показать Азербайджан таким, какой он есть. Они побывали в разных уголках нашей Родины, в Губе, в других местах, и увидели воочию, какова мультикультуральная жизнь в Азербайджане сегодня. Для обучения в 8-й зимней школе мультикультурализма в Азербайджан прибыли студенты из Индонезии, Германии, России, Турции, Грузии, африканских стран и многих других. Некоторые из них посещают республику уже не в первый раз. Организаторы отмечают, что подобные проекты позволят азербайджанской молодежи выйти на более широкие географические рубежи, и в конечном итоге это поколение сыграет свою роль в налаживании и углублении межгосударственных, интеллектуальных, политических и общественных связей. Шамистан Мамедов, Руфат Алекперов, CBC.